Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться обалденным вкусным рецептом рыбы, запеченной в духовке. Не просто запеченной, а очень сочной и очень вкусной. Рецепт реально недорогой, бюджетный, так что смотрим и готовим вместе со мной. А прежде чем будем начинать готовить, я хочу рассказать вам интереснейшую новость. Я открываю новый канал. На этом канале мы будем вместе готовить соус. Разный соус. К разным блюдам, к мясным, к макаронам, к салатам. Ну, в общем, поддерживайте, подписывайтесь и, конечно же, делитесь с друзьями. Поехали! Друзья, сегодня буду готовить минтая. Можно также взять хека или судака, щучку. Ну, в общем, что найдете. Любая рыбка по этому рецепту получается очень вкусной. Я уже минтая разделал, она такая рассыпчатая рыбка, но очень вкусная. А теперь мы с вами начнем готовить соус к нашей рыбке. Беру одну луковицу, не крупную. И как можно помельче нарежем наш лук. И еще немного измельчим. Взял небольшую миску, добавил примерно 250 грамм сметаны и сюда же отправляем наш измельченный лук. Небольшой пучок петрушки также нужно измельчить. Добавляю примерно чайную ложку горчицы. Также добавляю горчицы в зернах, 2 яйца, и щепотку соли. Хорошенечко все перемешиваем. Лучше бы, конечно, взять вилочку и вилочкой размешать. Но ничего, размешаем ложечкой. Не беда. Нам также понадобится пару помидорок. Нарезаю вот такими вот кружочками. Не очень толсто. Помидорки домашние, сочные, очень ароматные. Люблю в эту пору овощи. Они очень вкусные. Рыбка у меня не очень крупная, порежу ее пополам. Хотя, наверное, можно было бы нарезать на 3 части, но я порежу пополам. А вы уже смотрите, вот такие у меня порционные кусочки получаются. Нарезал удобные кусочки лаваша. Ну, примерно тут 25 сантиметров на 25. Ну и теперь обмакиваем нашу рыбку в наш соус. Чуть не забыл. Снизу на лаваш мы ставим помидорочку. 2 долечек будет достаточно. И сверху нашу рыбку. В соусе уже. И сверху добавляем еще немного соуса. Заворачиваем наш лаваш. Вот таким вот образом. Отправил конвертики рыбные в форму. Теперь нам нужно сделать намазочку. Взял 100-120 грамм сметаны и беру сыр, желательно твердый. И отправляю также грамм 70-80 сыра.
через мелкую терку. Сыр соленый, соль не добавляю. Перемешиваю. Такая вот получается вкусная намазочка. Все, осталось смазать наши конвертики. И ложечкой разравниваю. Ну что, осталось дело за малым, отправить в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов примерно 20-25 минут. Отправляем. Ну что, друзья, пахнет очень ароматно, очень вкусно. Нужно пробовать. Давайте попробуем. Вкусно. Очень вкусно. Просто и очень вкусно. Конечный результат просто бомба. Обязательно готовьте вместе со мной. Не забываем делиться этим видео с друзьями. И, конечно же, подписываться, кто не подписался. И, конечно же, подписывайтесь на мой второй канал, который называется Шустрый Микс. Ссылочку оставлю в описании. Поддерживайте. А я выставлю новые, интересные, вкусные ролики. До следующего видео. Всем пока. Тигр, дай тебе кусочек рыбки. Тигруш, тигра, где мясо? Ты уже ел мясо? Нет? Хочешь мясо, да, тигр? Сейчас дам тебе кусочек.